я тебе очень благодарна, что ты позвала меня на такой потрясающий праздник, важный для тебя день. Я тебя поздравляю с премьерой песни, с дебютом. Мне она очень понравилась, на мой взгляд, она очень душевная. И я думаю, что прожитое — это самое главное. Успехов, удачи. И хочу пожелать тебе просто, вот, все, что для тебя есть счастье, все вот эти кусочки, которые должны соединиться в один пазл, пусть они соединятся, может быть, они уже соединились, знаешь, и оно будет таким долгим, вечным, постоянным счастьем. Дашу тебе счастье. Для нашей. Спасибо. Ну что там с песней? Есть песня? Надо было на саундчек приезжать за Донской. Она просто долго начинается, наверное. Да. And darling, stand by me.
она умеет зажигать сердца. Я на саундчеке не был лет 10. Сегодня я был здесь час. Он пришел самым первым. Он ждал 2,5 часа, чтобы выйти и чекнуть песню, которую он сейчас поел. Эту песню написал он сам и сказал: «Таха, слушай, есть песня крутая. Давай, или ты пой, а на наших концертах будем петь ее вместе». Нет, я так не сказал. Она спела ее так, как никто никогда в мире эту песню не споет. Аплодисменты Даша Бежинар, правда. С днем рождения! Спасибо огромное! Who lives forever?
поем. Скажите, пожалуйста. Так, ну мы доиграем с Крис Битс еще три трека, один из которых будет тот трек, который я пела нашего голоса, и который мне позволил войти в команду замечательной Полины Гагариной. Неужели это будет та самая Knockin' on Heaven's Door? Ну, я просто... так понимаю, что немножко все заскучали, мы сейчас сыграем супер танцевальный трек, кавер. Давайте танцевать, у нас суббота, у нас шампанское рекой льется, в конце концов. Это как будто сегодня понедельник, и все завтра на работу, еще, между прочим, Таня Даргушина, она сидит и ждет, когда у нее уже чешутся руки, когда она уже встанет за вертушки. Да, поэтому сегодня все танцуем, друзья. Дарья Бежинар, Crazy Beats. Супер! Отлично, душевно, музыкально, приятно, хороший звук, хорошее выступление, прекрасная песня, которую презентовала Даша. Единственное, что меня смущает, это что люди боятся подходить к сцене, они почему-то вот стоят на расстоянии камеры. Вот. Но я надеюсь, что сейчас будет выступление еще других артистов, и люди подтянутся, и будет как-то более клубно. Вот как сама песня? Мне понравилась такая интерпретация с клавишами и скрипкой. Я обожаю такие акустические варианты. Вот. Я думаю, что наверняка появится какая-то аранжировка определенная у Дашки чуть позже. Сейчас она презентовала это так в лайве, это очень классно прозвучало. Передо мной стояла девушка, которая заплакала. И мне кажется, это о многом говорит. Сама атмосфера
Она классная, классная. Нужно, мне кажется, еще чуть-чуть времени должно пройти, чтобы люди все расслабились, скинули пиджаки, вышли на танцпол, наконец-таки начали отрываться. Пока немного все официально, очень много камер, все стесняются, но я думаю, что сейчас раскачается народ. Спасибо большое. Спасибо вам. Клип, поэтому если где-нибудь встретите, ставьте лайк, пожалуйста.